что я вам еще покажу? Сейчас кое-что еще вам покажу. Вот. У нашего знакомого есть магазин, где он привозит всякие вещи из Германии. Разные старинные вещи. Такое все классно. Я бы там вообще часами ходила, рассматривала там такое всякое. Вообще, очень много мы здесь покупали. Там, ну, мебель купили. Ну как, стол, стулья, люстру, светильник, или как по-русски. Такое вот в стиле таком старинном. И мне там, и мы туда приехали и привезли соседей туда, чтобы посмотрели. И я что-то ходила и спросила, сколько, ну, стоят статуэточки. Мне приглянули статуэточки. Сейчас покажу. Вот такие. Оно все очень хрупко. Такой вот Моцарт. На чем Моцарт написал? Так вот, скрипач. Маленький скрипач. Вот такая вот. Она, наверное, поет. Очень нежные ручки такие, очень такая нежная. Так. И еще вот штучки хотела показать, что моя тетя была в какой-то ярмарке и купила мне такие вот подвесочки. Это лунган такой вот. Говорит, там любовь, удача притягивает, она у меня вот такая вот. Смешная. Ну и как сердечко, сердечко. Я сейчас себе чокер хочу сделать. Думаю, сердечко туда и прикрепить. Ну, я хочу как-то сделать один чокер и кулончики себе, подвески и менять. И такое вот. Розовые или белые? Она была розовая, отвечаю, блин. Реально, она была розовая, почему белая стала? Реально белая уже. Была розовая, точно, была розовая. Ладно. Не стоит. Я забыла отдать тете тоналку. Я брала на свадьбу. Так и забыла в косметичке своей. Вот. Сейчас покажу свой рюкзачок. Тарь пришел. О, блин, я еще не все. Я уже хотела закачать видео, но еще не все показала. Не забыла. Не знаю, как слово на русском. Надолужить по-украински. По-русски. Наверстать. Вот. Вспомнила. Вот. Такой вот. Кто бы сомневался, что с котом будет. Здесь мне очень нравится, что он черный, не будет так пачкаться. Что у него вот здесь вот кармашек есть. Ну, внутри стандартно, там только вот перегородочка. И очень нравится мне, что здесь вот кармашки глубокие есть, для там водички.
Носок веток. Посылочка мне пришла с Али. Ну, вот был рюкзак и купальник. Но, к сожалению, купальник мне не подошел. Что мы будем выставлять на Алиэкс? Может, кто купит. Мне идут вот прям почти до пупка. И такая вот вверх вот такой вот. Видите, как вот, как удобнее. Такие вот рюшечки. Ну, маловато мне. Жмёт. Ладно, буду отдыхать. Может, я какой-нибудь фильм посмотрю. Если что, еще видео сниму. Надеюсь, очень. Так-то наслаждайтесь моими котейками. Они веселые, смешные, не дадут вам.